Всем привет, вы на канале Lassie Books, и сегодня я совершенно не знала, какое видео мне снять. Я листала YouTube и увидела, как одна книжная блогерша проходит тесты на знание литературы. И тут я поняла, что это очень интересный формат. Не знаю, понравится ли он вам, не знаю, много ли я буду ошибаться, потому что, в принципе, я думаю, что я неплохо знаю и зарубежную классику, и русскую классику, но все может быть, потому что непонятно, какие там могут быть вопросы. Я специально выбрала те тесты, которые не проходили в том видео, которое я смотрела, чтобы вопросы мне были незнакомые. Большинство тестов, конечно, по классике, но я нашла один про современную литературу, так что, думаю, начнем с него. Если вам будет интересно посмотреть, как я отвечаю на сложные вопросы, ну и самим попытаться ответить, вспомнить, что вы читали, то оставайтесь со мной и давайте начинать. Итак, первый тест. Проверьте, насколько вы разбираетесь в современной литературе. Здесь 10 вопросов. Ой, я вижу знакомую обложку «Элегантность ёжика» Мишель Барбери. Героем какого романа является мужчина с крайне сложным характером, который с интуитивным скепсисом относился к людям выше 1,85 м? Опыт подсказывал, при эдаком росте кровь просто не добирается до мозга. На самом деле, я увидела знакомую обложку «Элегантность ёжика», и я думала, что вопрос будет по «Элегантности ёжика». Но я не помню, чтобы в «Элегантности ёжика» был такой герой. Либо я ошибаюсь, либо не понимаю, зачем они тогда поставили эту обложку. Ну, из всего этого я читала только две книги. Это «Элегантность ёжика» и «Вторая жизнь Увы». Может, «Вторая жизнь Увы». Но вообще не похоже. Наверное, «Элегантность ёжика». Ладно, это была «Вторая жизнь Увы». Я ее очень давно читала. Следующий вопрос. «Маргаритки, горстка риса, желтая стань, дурная крыса». Кто пытался вот так колдовать в первом романе о Гарри Поттере? Ну, это легко. Это Рон. Какого из перечисленных событий не было в романе Гузаль Яхиной «Зулейха открывает глаза»? Я вот как раз недавно прочитала эту книгу, и я все время думала, что главную героиню зовут Зулейха. Оказалось, что Зулейха. Зулейха и Муртаза едут на кладбище, чтобы спрятать в могилах дочерей зерно до весны. Из-за больного сына Зулейха живет с доктором Лейби, но не как жена. Так, угу. Так, ну это вот это. То, следующий вопрос по дому, в котором я его не читала, поэтому буду отвечать по интуиции. Я не знаю, почему я до сих пор не взялась за эту книгу, потому что ее все-все-все любят, все хвалят, но меня пугает ее объем и то, что это магический реализм. Главными героями этого романа стали слепой ну ладно, имена героев я знаю, даже мне подруга рассказывала. Чтобы обрести равновесие, к которому стремишься ты, объяснил Китут через переводчика, ты должна стать как это существо, ты должна крепко стоять на земле, так, словно бы у тебя 4 ноги, а не 2. Из какой жизнеутверждающей истории это цитата? На самом деле, я ни одну из этих книг не читала, но жизнеутверждающая. Но здесь какой-то переводчик, значит, это либо Шантарам, там действие в Индии, либо есть молиться, любить, потому что там героиня путешествует. Окей. Хорошо. Какого персонажа нет и не может быть в романе Кэтрин Стокет «Прислуга»? Я «Прислугу» читала, но давно, 2 года назад, и она мне не очень понравилась. А обычно книги, которые мне не нравятся, я очень быстро забываю. Девушка с юга по имени Скитер, которая мечтает стать писательницей, но это главная героиня. Минни, самая лучшая стрепуха во всем Джексоне, рабыня-мамушка, няня Константин. Ну, явно рабыня-мамушка, потому что это героиня из «Унесённых ветром». Да. Пока что я себя чувствую довольно умной, правда, попадаются книги, которые я не читала. Сколько лет живет любовь, согласно Фредерику Бэкбедеру? Поумничала и хватит, потому что я даже не знаю такого автора. Пока смерть не разлучит. Ладно, 3 года. Раньше меня презирали за невежество и тупость, теперь ненавидят за ум и знания. Господи, да чего же им нужно от меня? Сокрушается главный герой романа Даниэла Киза. Но какого именно? Ну, я читала только один из них. И это и является ответом, скорее всего, это «Цветы для Элджернона». Я читала эту книгу давно, но она мне понравилась. Я помню финал, потому что он был очень грустный. Предпоследний вопрос. Как зовут того самого ведьмака из романа Фанджея Сапковского и одноименного сериала? Я не читала, я не смотрела, но чисто из обсуждений в интернете я знаю, что Геральт. Так, и последний вопрос. Какая из перечисленных книг не входит в художественный документальный цикл «Голоса утопии» Светланы Алексеевич?
Ну, я не знаю ни автора, ни цикл, ни одну из этих книг. Ладно, «Радиевские девушки». И мой результат — это 7 из 10. Блестящий результат, и когда вы успеваете столько читать? Я иногда сама задаюсь этим вопросом. На самом деле, я читаю не так много. Книг 5 в месяц, и то не всегда, потому что иногда я читаю для школы, иногда у меня просто недостаточно времени. Так что я всегда восхищаюсь теми книжными блогерами, которые читают книг по 10-15 в месяц, и им всегда есть о чем рассказать. Что ж, следующие тесты. Здесь объединены русская и зарубежная классика, то есть вопросы и по той, и по той. Ну, посмотрим. Евгения Онегина, Александра Пушкина давно разобрали на цитаты, но это не имеет отношения к роману. Ну, Пушкина я знаю хорошо. «Любви все возрасты покорны», «Счастливые часов не наблюдают». Вот это точно не из Евгения Онегина, это из... я забыла название. А, «Горе от ума». «С корабля на бал», по-моему, есть в Евгении Онегине. А «Как Зюзи пьяный», я не знаю, но «Счастливые часов не наблюдают» — это точно «Горе от ума», я прям уверена. А, здесь не сразу показывают правильный или нет ответ. Ну окей. Определение «бальзаковский возраст» вошло в речь благодаря роману. Я у Бальзака читала только Евгению Гранде, и она здесь есть. Но я думаю, что это 30-летняя женщина, ну потому что в названии есть хотя бы какой-то возраст. Так, «Умом Россию не понять» считал Фёдор Тютчев. «Умом Россию не понять», «Аршина, в общем, не измерить», «У ней особенная стать», «В Россию можно только верить». Так, «Мальчик для битья» своим возникновением обязан произведению... «Мальчик с пальчик», «Принц и нищий», «Гадкий утенок». На самом деле я не знаю, потому что у меня пробелы с сказками всякими и русскими, и зарубежными. Я не знаю почему, но я ничего из них не читала ни в детстве, ни сейчас. И я не знаю, но вряд ли «Гадкий утенок», потому что там как бы даже не мальчик, там утята, наверное. «Принц и нищий», «Мальчик с пальчик». Наверное, «Принц и нищий». Но я не знаю. Выражение «гнилой запад» было введено в оборот... Виссарионом Белинским, Ильфом и Петровым и Максимом Горьким. Ну, вряд ли Виссарионом Белинским, потому что он вроде был западником по своим взглядам. Либо Ильф и Петров, либо Горький, они писали в Советском Союзе. «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 подарила миру много узнаваемых выражений, но в их число не входит. Я читала 1984 года 4 назад, и я очень плохо помню этот роман. То есть я его, наверное, рановато взяла, он мне тогда не сильно понравился и вот как-то не запомнился. Ну, «Большой брат» там точно был. А вот «Министерство правды» и «За умный язык»? Ну, «Министерство правды» звучит как-то официально, поэтому «За умный язык». «Красота спасет мир» — слова одного из героев произведения Фёдора Достоевского, Льва Толстого, Николая Гоголя. Ну, вряд ли Гоголя, мне кажется, не очень подходит. Льва Толстого, как-то отношение Толстого к красоте, войне и мире, оно странноватое. И Фёдора Достоевского, не знаю, я у Достоевского только «Преступление и наказание» читала, и там вроде такого не было. Но почему-то кажется, что это на него похоже. Поэтому отвечу Достоевский. Эта цитата не имеет отношения к роману «Хитроумный Дальго и Дальго Дон Кихот Ла-Манч...» Когда-нибудь я научусь нормально читать. В общем, «Дон Кихот». Я его не читала. Я только знаю, что там главный герой, он начитался рыцарских романов, и был как бы рыцарем и дрался с мельницами, что-то такое. Но я не знаю. «В доме повешенного не говорят о веревке, сражаться с ветряными...» А, ладно, ладно, я знаю. «Сражаться с ветряными мельницами». Когда-нибудь я научусь нормально читать. У знаменитого палиндрома «А роза упала на лапу Азора» есть конкретные авторы, это... Я знаю, что такое палиндром, это когда фраза читается наоборот. Кто автор, я не знаю, ну, наверное, не Фет. Может быть, Блок. Это выражение впервые появилось в пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена и изначально несло в себе значение, практически противоположное нынешнему. Я не знаю, кто такой Генрик Ибсен. «Запретный плод», «Медовый месяц», «Любовный треугольник». Какое может быть противоположное значение у всех этих выражений? Ну ладно, «Медовый месяц». Хотя я не знаю. Итак, это уже результат. Так, и кто я? Я читатель. Уровень ваших познаний можно отнести к золотой середине. Многое вы знаете, с полным правом претендуете на звание образованного человека. Спасибо. Ну, я не набрала высший уровень. И здесь что, нельзя посмотреть, какие правильные ответы?
Ну, так неинтересно, когда нет ответа в конце. Как бы ты ответил, ты не знаешь, и ты так и не узнаешь. Следующий тест. Хорошо ли вы разбираетесь в зарубежной литературе? Здесь у нас уже чисто зарубежка, и моя коллекция эксклюзивной классики нормальная по размеру, но самые, знаете, такие канонные произведения я не читала, потому что я их боюсь. Это «Одиссея», «Илиада», это «Дон Кихот», это «Фауст», это «Трагедия Шекспира». Ну, пару «Трагедий Шекспира» я читала, но как бы далеко не все. Что из этого не писал Стивен Кинг? Стоп. А, это не по зарубежной классике, это по зарубежной литературе. А то я думаю, Стивена Кинга уже к классике относят. Как-то интересно получилось. Что из этого не писал Стивен Кинг? Кэрри писал, «Под куполом» писал. «Хребты безумия» не знаю. «Игра Джералда». Да, есть такая книга у Стивена Кинга. Хотя я ничего из этого не читала, но «Хребты безумия». Это правильный ответ. Как зовут сестер Бронте? Шарлотта, Эмили, Энн. Я читала у каждой по одному роману. Это «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Незнакомка из Уайзерфилд Холла». Очень сложное название. Больше всего мне понравился «Грозовой перевал», а «Джейн Эйр», хотя ее все любят, я как-то не особенно оценила. Дополните название романа Джейн Остин и «Чувствительность». Но это чувство «Чувствительность», я его даже читала, но это было очень давно, я только помню, что оно было похоже на «Горсть предубеждения», и поэтому мне не сильно понравилось, то есть там опять было две сестры, опять было две любовные линии. Кто из них не писал детективы? Эдгар Аллан По, Стивен Кинг, Агата Кристи, Нира Вульф. Ну, Стивен Кинг писал детективы, конечно, он всем известен как «Король ужасов», но детективы у него тоже есть, Агата Кристи, ну, бесспорно, и Эдгар Аллан По я не читала, но он все-таки писал детективные рассказы вроде, так что Нира Вульф, я вообще не знаю, кто это, ну, это точно он, методом исключения. Кто написал роман Евгения Гранде? Сегодня мы уже о нем говорили, я его читала, и это Анор де Бальзак. Дальше. Как звали отца рассказчицы в романе «Убить пересмешника»? Ой, мне бы еще имя главной героини вспомнить. Героиню звали Глазастик. Ее брата, наверное, Джим или Джордж. Но здесь есть Джим, значит Джим. Редли я не знаю, кто такой. А Атикус — это знакомое имя, но я не помню, отец это или нет. Вот у меня не очень хорошие памятные имена, но предполагаю, что Атикус. Yes. Так. Из какого произведения эти строки? «Мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались». Но это «Над пропастью во ржи». Я помню, мне еще это казалось странным, но мне, в принципе, книга не понравилась, когда я ее читала. Как правильно называется роман Рэя Брэдбери? 451 градус по Фаренгейту, 453 градуса, 491 градус, 351. Это как-то подозрительно легко. У меня, кстати, даже лежит здесь 451 градус по Фаренгейту. Здесь 72% людей ответили правильно. Из какого произведения Гюго героиня Эсмеральда? Я читала у него только... Я забыла название книги. Я помню, что главный герой — это Гуинплен. Как книга-то называется? Мне стыдно. Это человек, который смеется. Но здесь нет этого варианта. Так что я выбираю чисто на рандоме. Ну, самое известное, мне кажется, произведение Гюго — это «Собор Парижской Богоматери», так что буду голосовать за него. О, это правильно! Как звали главную героиню романа за Эмиля Золя «Западня»? А я откуда знаю? Я не читала. Сейчас проверим интуицию. Вот. Меня тянет к Казетте. Ладно, интуиции нет. Это конец теста. У меня 9 из 10. А тест на знание мировой художественной литературы. Какое из этих произведений принадлежит перу Джека Лондона? Ну, как-то это подозрительно легко. Мартин Иден. Как звали жену Одиссея? А вот про это я сегодня говорила, что я не читала «Одиссею», не читала «Илиаду». Ну, по-моему, Пенелопа. Ну, это я так понаслышке. Yes. Кому принадлежат строки «Я вас любил, любовь еще возможно, что просто боль сверлит мои мозги». Я знаю, это стихотворение Бродского. Как зовут главного персонажа романа Достоевского «Идиот»? Ну, я не читала, но я знаю, что Лев Мышкин. Какой писатель писал под псевдонимом Козьма Прутков? Это я не знаю. Ну, допустим, Максим Горький. Несколько авторов. Какой литературный персонаж назвал себя сыном турецко подданного? Это Остап Бендер. Я как раз недавно пересматривала «12 стульев». В какой город из Москвы ехал герой самого известного произведения Венедикта Ерофеева?
Я не то, что город, я не то, что герой, я даже автора не знаю. Ну, Рязань. Нет, Петушки. А основоположником какого литературного течения стал Николай Гумилёв? Ну, символизм — это Блок. Сентиментализм — это вообще Карамзин. Я просто еще не проходила 20 век в школе, поэтому я наугад действую. Что из перечисленного не является стихотворным размером, ямб, хиазм, амфибрахи? Ну, какой-то хиазм, потому что остальные я знаю. Какой писатель является автором романа «Моби Дик»? По-моему, Мелвилл. Кого из этих поэтов называют вождем русского символизма? Ну, я говорила, что Блок символист, но, по-моему, он младший символист, а есть еще и старший. Но Маяковский — это вообще футуризм. Значит, Брюсов. Yes. Так, дальше. В какой пьесе Шекспира есть персонажи Розенкранц и Гильденстерн? Это Гамлет. А кому Владимир Маяковский посвятил поэму «Облако в штанах»? А я не знаю. Я и не читала, я и не знаю, кто эти люди. Ладно, я знаю Лилю Брик. А кто такая Вероника Полонская? Я не знаю. Ну, выберу ее. Нет, Лили Брик. А в каком году вышел роман Чака Паланиха «Бойцовский клуб»? А я откуда знаю? Не в 2000-м. Потому что слишком недавно. 1996, по-моему, фильм вышел в каком-то 90-м году, а надо же сначала книге было выйти, чем фильму. Я предполагаю, что это 89-й год. 96-й? Ладно, моя логика сломалась. Как называется главный древнеиндийский эпос? Ну, это я знаю. Это Махабхарата, я его даже читала давным-давно и смотрела сериал из 270 серий. Не всем по душе будут индийские сериалы, но мне понравилось. Как зовут героя пьесы Шекспира «Венецианский купец»? Я не знаю. Ну, Антонио. Нет. А помните ли вы, сколько раз Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» предлагали руку и сердце? Если один персонаж делал два раза, и это считать, то тогда три раза. Но здесь нет трех, значит, два. Сколько лет должно было исполниться Джульетте? Я вот помню, что все говорят, что ей очень мало лет. Ну, здесь она действительно младше меня, в любом случае. Ну, как-то 14 — это слишком мало. Может, 15? 14? Серьезно. А знаете, кто является автором фразы «Рожденный ползает, летать не может»? Ну, больше похоже на Чехова. Ладно, это Максим Горький. Кого искали мужики в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? Счастливого. Вы правильно ответили на 13 из 20 вопросов. Хорошо. Ну, хорошо, но недостаточно. Но, в принципе, неплохо, на самом деле, потому что здесь были сложные вопросы. Я боюсь, что видео уже выходит длинным, но мне очень нравится выполнять тестики, так что продолжаем. Я вот хочу тест чисто по русской классике. Здесь такие есть вообще. Какому русскому монарху посвящен памятник в поэме Пушкина «Медный всадник»? Ну, «Медный всадник» есть в Санкт-Петербурге. Петр I. Как звучит настоящая фамилия Максима Горького? Мне знакомы здесь две фамилии. Это Пешков или Пешков и Лужин. Но Лужин я знаю, по-моему, героя из Достоевского. Так что, наверное, Пешков. Я забыла включить вам запись экрана. Кому посвятил Тургенев свой наиболее известный роман «Отцы и дети»? Это я помню Белинскому, потому что он был идейным предводителем революционер-демократов. Вот. А кем по профессии был Чехов? Это врач. Он еще, я помню, говорил, что медицина и литература для него как жена и любовница, когда одна надоедает, он ходит к другой. Сколько сыновей было у Тараса Бульбы, главного героя одноименного романа Гоголя? Ну, два. Я не понимаю, почему так рано дают детям читать Тараса Бульбу, потому что это произведение, оно такое кровожадное. Кем приходится Анна Каренина Стиве Облонскому в известном произведении Толстого? Ну, явно не женой, потому что все-таки она Каренина, а не Облонская. Но я не знаю. Какой исторический персонаж запечатлен в «Капитанской дочке»? Это ли Емельян Пугачев? Назовите третье действующее лицо известной басни «Лебедь, щука и...» Лебедь, щука... Ну, кто-то тоже водный должен же быть, да? Они же около воды живут, значит, рак. Как звали кота из «Мастера и Маргариты»? Я не читала «Мастера и Маргариту», но вроде бегемот. Участником какого сражения был Андрей Болконский, герой романа Толстого «Война и мир»? Ну, он в нескольких там был. Здесь только австралиец подходит. Назовите место рождения поэта Есенина. По-моему, село Константиново. Я помню, что он из села. А так, какая фамилия была у персонажа рассказа «Лошадиная фамилия»? Я не знаю.
Так, кого подковал главный герой повести «Левша»? Ну, блоху. Так, из скольких глав состоит роман в стихах Евгений Онегин? На самом деле это нелегкий вопрос, потому что кто запоминает количество глав? Но я только вчера слушала лекцию по Евгению Онегину, и я помню, что это 8. Кто из ниже перечисленных авторов долгое время был редактором журнала «Современник»? Ну, Некрасов, потому что сначала его создал Пушкин, а потом журнал получил известность при Некрасове. Вот. Так, как с грузинского переводится название поэмы Лермонтовым «Цири»? Послушник, странник, нищий, государь. Ну, точно не государь, ну, может, послушник. А из какой известной пьесы взято выражение «счастливые часов не наблюдают»? Сегодня мы уже про нее говорили. Это «Горе от ума». Кому посвятил свое стихотворение «Я помню чудное мгновение» Пушкин? Анни Керн. Мне очень нравится вариант ответа Татьяны Лариной. Как звали кучера Чичикова в поэме Гоголя «Мертвые души»? Яша — это, по-моему, из «Вишневого сада» слуга. Ферапонт и Афанасий, я не знаю, вот Селифан — это из «Мертвых душ». О, моя оценка 5, я набрала 18 баллов, и, учитывая сложность некоторых вопросов, это вообще отлично. То есть мне даже сегодня почти стыдно не было. Только когда я забыла название книги, которую читала пару месяцев назад, человек, который смеется, ну, это никак не относилось к тестам. В принципе, на этом все. Я надеюсь, что это видео было вам интересно. Вряд ли оно было таким же смешным, как я смотрела у другой девушки. Я почти не ошибалась. Если вам понравился этот формат, обязательно пишите в комментариях. Я поищу еще разные тесты, постараюсь найти посложнее, чтобы, ну, как бы ошибаться. Ну и да, пишите в комментариях, как вы проходили эти тесты, пока я отвечала. Были ли у вас ошибки, или вы молодцы. И всем пока-пока!